проверить качество ремонта украинских дорог взялась международная инициатива «КОСТ», которую финансирует правительство Великобритании. Ее аналитики за полгода проинспектировали 170 километров автопутей государственного значения, изучали контракты с подрядчиками, распределение средств, проверяли качество выполненных работ. Рецензию о проделанной работе предоставили Министерству инфраструктуры, Укравтодору и общественности. Выводы лягут в основу реформы отрасли. На украинском рынке ремонта автодорог напрочь отсутствует конкуренция. Специалисты КОСТ Украина проанализировали 120 тендеров в 17 регионах. Пришли к выводу, в Запорожской, Винницкой, Николаевской областях 100% контрактов на ремонт дорог получил всего лишь один исполнитель. Также эксперты отмечают неравномерное распределение средств на ремонт между областями. Имеем топ-5 областей, которые получили почти половину финансирования ремонта автомобильных дорог за 2016 год. Это Львовская, Одесская, Ивано-Франковская, Днепропетровская и Полтавская. Вопрос не в том, почему именно эти области. Вопрос в том, как понять прозрачность критериев, которые мы, к сожалению, не смогли установить. Относительно качества КОСТ Украина отмечает несоответствие сети украинских загородных дорог современным требованиям. Главные критерии – пропускная способность и тип покрытия. Практически вся сеть дорог Украины, построенная более 30 лет назад, рассчитана на максимальную нагрузку 7 тонн на ось, при том, что современные требования к строительству уже 11,5 тонн. Для того, чтобы мы забыли. Нужно забыть о ремонте дорог старым советским способом и перейти на европейский стандарт. В первую очередь, это изменение норм и требований, которые мы в данный момент имеем. Несмотря на выявленные недостатки, в работе отрасли профильный министр отметил, 2016-й стал началом ликвидации бездорожья в Украине. Отремонтировать удалось больше 1000 километров автопутей. Уверен, этот тренд сохранят в 2017-м. А найденные инициативой КОСТ недостатки помогут сделать работу министерства и Укравтодора более эффективной. Очень важно, что глаза всего мира смотрят на Украину. Реформы, за которые вы взялись, говорят о том, что Украина действительно заслуживает внимания международной общественности. А открытое партнерство КОСТ – важная часть европейских реформ. Настоящим вызовом для автодорожной отрасли в 2017 году станет реформа децентрализации. За ремонт 120 тысяч километров украинских автопутей будут отвечать муниципалитеты и территориальные общины. 50 тысяч километров останутся дорогами государственного значения. Марианна Макада, Ярослав Матиш, UATV.